Сейчас танкист идет. Начал. Мы с калача выруливаем. Успеешь? Успею. Да? Будем ждать. На танке нет? Да, да, на танке, на танке. Лайер отрыв, встал левый. Танкист начал разбег. Сал левый. Убиваю его. Ворожаю. Завязываю его. Ну, пешка взлетела. Ёлки-палки, я с калача взлетел и уже под атакой калач. Калач ко мне под атакой. Блин, а чё он мне не показывает ничего? Да, блядь, показывает под атакой. Ах, кто взлет? Ну, кто-то взлет на круге. Кто-то пришел сюда, да, видимо, с кавалерии. В общем, тут где-то есть немчик, где ходит этот танкист, аккуратнее. Я на самом первом, осторожно. Так, наблюдаю разрывы на 60, высота 2,5-3. Один контакт. Да, один контакт идет. Проходит мессер. Как сверху. 350 курс. 55. Ну, сразу на коллеги. Отрыв. Красная горит. Танкист на брокке, наверное, держится, смотрит, понимаете, должны. Ну вот он сзади нас сейчас получится, не знаю, увидеть у нас нет. Посмотрим. Тань, позвони маме, спроси что. Тренер в строю. Угу. Еще раз ваш курс, скажите. 355 от калача. Под облако набираем. Я наблюдаю лаэрт, они у нас справа. Да, тебя. Я левее иду. Немчик. Немчик остался там сзади, далеко, высоко. Из-за меня, да? Да. Что на разведку просто пошел. Ладно, заблокировал, наверное, все. Так, наблюдаем дорогу, давайте ищем. Она у нас по курсу одна. А что, они меньше нам говорят, что ли?
Так, разрывы пошли по вам. Не пойму, откуда. Сзади, слева, смотрите, на 8, на 8 пошла трасса с земли. А, это вот те самые юниты, которые болтают. Да. На линии фронта. Все правильно. Угу. Пистолет перестроился, я вправо стоял. Так, вижу речку. Дорога где-то впереди должна быть. Ага, вижу дорогу. А, нет, это не дорога. Хотя... Дорога. Это дорога. Ищем цель. Так, контакт по низам подходит. Так, цель справа. Проверяю. На дороге. По-моему, мессеров. Слева вот я сейчас. Да, вижу его. На меня. Мессер, да. Так, правый разворот и выходим на цель поперек. Так, я вытягиваю, Лайер, смотри, блядь. Давай, зря. Давай. Много топлива. Справа, на траве. Атакую, пробил. Хорош, все, готов, без крыла. Проваливаюсь, нет, я без 40. Спускаюсь тоже к углам. Так, поперек заходим, парни. Так, мы на боевом. Пилот потерял. Тоже потерял. Ну сейчас. Восточнее. Вижу, наблюдаю. Это не будет. Так, ищем. Вижу танк один. Мне в лоб идет контакт. Завязываю, проверяю, прям. Минус. Ля, Лэр, я потерялся чутка. По-моему, наш. Не знаю, буду проверять. Меня тут прям. Наблюдаю двух, он на меня вот сейчас идет, заходит. Найди лоб, если сможешь. И вы восточнее, где вы самолет сбили, восточнее. Ну, я в бою сейчас. Сзади, мы с тобой разошлись. Разошлись с тобой или сзади, вот я вижу троечка работает, четверка там. Еще один контакт у них кто-то рядышком. Давай, поворачивайся, с тобой пойдем. А, вот они, оба, а кто меня подсветил, интересно? Слушай, по-моему, вражина меня заходит. А, это да, парашют, да, все. Да. Давай, разворачиваюсь, Лех. Вижу вас, вижу, это, пробуй вниз, только не вверх, он же на мессере. Пробуй на пропуске, я подхожу. Да, я понял. Ай, нет. Блять. Видно. Разбился. Ну, меня он повредил, я его, да, не знаю. Я его пробил, но не убил. Да. Я в лоб стрелял, блять. Сейчас меня перекрутит, сука. Это колонна один, я не знаю. Чё-то какой-то заговоренный танк. Что последнее? Бля, накидал он мне. Сычара. Есть, забрал. По дороге стоит. Где пересекается как бы параллельная дорожка. Так, вижу, да, вот здесь. Вот. Да. Я просто забрал. Через кого вообще кто-нибудь выходит? Отлично. Закрыто, отлично. Закрыто, да? Так, ребятки, уходите, сейчас на вас сагрится. Я пока живу, он от меня бежит уже, но это... Поняли? Пусковатку уходите. 124, парни, 124. Блять, болтает как с... Не наблюдайте.
Я за тобой, где я? Гоняю. Иду 350. Ну, вы меня должны догнать. Пока 300, остановимся. Или сбросить, подождать вас. Не надо, не надо, не надо. Парни, 1-2-5 везде откроются, нам вставали. А теперь 5 минут. Илы, вы отошли, да? Да. Да, все, да, я в облака тогда пытаюсь свалить. 124, да? Да. Хорошо, это не слышно. Да, да. 124-125. Так, я над филдом прохожу. Который не в Лампевске. Где? Не вижу вас. Ну, на 6 тебе. А, на 6. Сверху контакт идет назад, на север от меня. Так, зашел под обу. О, бир соединился. Вообще с трудом. А тут еще кто-то покинул север. Так, чё, куда? Вы идите на посадку, правильно? Да. Ребята, а подскажите, в каком квадрате были танки? Чё-то я вообще потерялся, походу. Были 7-19. От этого места 125. Понял, сюда. Понял. Иду тогда на юг, чтобы пересечь, потому что, мне кажется, радиатор повреждён. Мы сейчас 8-20, сектор 8. Понял. Да. О, блин, у них прям за филдом. Тут стоит ёжик. Так точно. Ну, у нас, в принципе, тоже прям. Так куда вы ходите на тапки? Все, мы танки побили. А сейчас чем занимаетесь, парни? Сейчас скажу, что локацию посмотрим. Сейчас сядем, посоветуемся. Вижу фил. Скорее всего, бандит пройдем что-то. Колонна. Может, самое дальше, дальше называйте. Окольный путь. Таких живой? Так, я и Лампейский вот прохожу, судя по всему. Сейчас попытаюсь перетянуть линию фронта, да, пока живой. Я его пропустил, и он посвалил, свалил от меня, не стал меня добивать, тоже пробитый был. Понятно. Не буду наверное. Скидываемся. Так, мы к четвертому подошли, на глиссаде сейчас. На дух ноль. Закрыл, да? Вышли. Блять, убили. 200 держу. Красиво он меня разложил, блять. Аж шасси выпали, блять. Так, 200 держусь. Буду садиться в центр полосы примерно. Ты правее бери, кромочку, ты правее, 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 чуть-чуть правее. Так я правее беру. Начало полосы.